Приветствую вас, друзья, и хочу вам показать, как я корректирую брови средством, набором для коррекции бровей. Это вот такой вот наборчик, где три есть продукта. Двое это тени для бровей, темный и светлый, и воск для коррекции бровей, для фиксации. Одну бровь я уже откорректировала, и сейчас вместе с вами сделаю вторую. Кисточкой очень удобно пользоваться вот такой вот скошенной. И, к слову говоря, в этом наборе есть такое отделение, где есть две такие шикарные скошенные кисточки. Они просто с короткой ручкой, но они хорошие по качеству и, в общем-то, и даже и с короткой ручкой тоже удобные. В общем, я набираю темный оттенок и на ваших глазах сейчас откорректирую вот эту бровь. Делаю ровную линию, сначала нижнюю часть брови корректирую. Заполняю пробелы там, где не хватает у меня количества волосков. И потом с верхнюю часть. И чуть-чуть уже остаточками начала брови подкрашу слегка. Пожалуй, и все. Так, мне кажется, здесь у меня лишь не получилось чуть-чуть. Ну, пожалуй, вот так. Если карандаш у меня еще из для бровей, Jordan Gold. Если что-то немножко лишнее, то можно вычесать щеточкой. Или отдельной щеточкой, или щеточкой вот в карандаше, которая идет. Это очень удобно. Если получилось где-то немножко лишнее, вычесать. Все. Вот такой вот отличный набор. Всем хорошего дня. Пока-пока.